Братуха нагибатель, он идет нагибать. Будет он вас сейчас наказывать. Он один, а вас пять. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, он Наташу слил в трубу. Всем привет, ребята, с вами братуха. Здорово. Анцель у меня скоро через 2 часа улучшится до 12 левела. И его, в принципе, можно будет вешать на Ланселота. Если, например, я повешу... Вот у меня Ланселот, Таран и Анцель. Если я сюда повешу Анцель, то у меня 2 аркана будут свободны. Потому что тараны можно перевесить на Ланселота. А сюда у меня будут магнумы с арканами. Ну, не знаю, насколько эта сборка пиздатая, но практически у меня будет 2 вот этих робота-живчика. Прям пиздец. Ну, ладненько, ребята. Так, тут у нас ребята пишутся, а мы с вами пойдем в бой. Да, кстати, что я там по заданиям, всем же интересно. Ни хрена. Получи магнум шаг 4 из 5, одержи победу в 2 боях. Я, ребята, извините, не играл эти вообще там 3 дня или 4, сколько там ивент идет, я практически не играл. Я очень рад, что предыдущий видеоролик про «Повернись ко мне жопой» вам понравился, хотя на самом деле мы просто страдали хуйней. Я думал сделать какой-то мини-турнир, кто кого куда дальше подкинет, но это очень сложно и проблематично. Вот она, красивая наша карта, где мы, ребята, с вами в прошлом бою подпрыгнули гепарда на самую верхушку практически этой карты. Это было, блин, здорово. А сейчас мы с вами пойдем в бой. Сразу 2 прыгуна уходят на правый фланг, тут крыса с 2 еко, и мы, ребята, идем на левый фланг. Тут-тут-тут-тут. Мы будем биться против крысы, у которой 2 еко, и там, кстати, какой-то Геральт, это, походу, Хумико. Судя по скорости и по рывку, он Хумико, которое можно добыть в... И что-то он быстро умер, блядь. Это был не Кумихо, это был еблан. А вот, ребята, Кумихо за нас играет. Кстати, Кумихо появится очень много, потому что ивент пройдет очень большое количество задротов. Вот, в хорошем смысле этого слова, задроты, да? Задрот, колобок. Короче, да, это просто задрот. Так, что у нас там? Парень хочет получить пизды. Иди сюда, блядь! Чё ты спрятался-то, сука, а? Очкуешь, нахуй? Может, этого парнишку убить, блядь? Давайте убьем этого парнишку. А, и у меня еще не перекидешились, понятно. Так, это у нас парнишка там заскочил, надо его заснять. Окей, крыса нам не мешает. Крысу мы будем... О, это битва за маяками, ребят, гонка за маяками. Это что, крыса? Давайте поебашить крысу, блядь. Ракеты, дурак, Еку тебя от ракет не спасет. Опять этот какой-то хуй там высунулся в форточку. Хуила форточку высунулся, блядь, жесть. Это кто? Это, ребята, Кумихо, блядь. Кумихо опасен, сука. У него какой-то магнум или что-то в этом роде. Короче, Кумихо инвалид нет с арканами. Маразота, блядь. Одни кумихо, сука. Что делать, я не знаю. Что делать с этими утырками, блядь? С этими кумихохами? Ой, это хаечи, ё, это был хаечи. Так. Мне вообще не хочется, блядь, погибать. Робот хороший. Ты у нас, видите, бегает, блядь. Бегун? Успели они взять маяк? Да и похуй. Хули мне там. Щита у меня нет. Кумихо мне, Хаечи мне въебал только что. Въебал говна, сейчас он воскреснет тут где-то. Коржик этот мертвый. А, вот он. Да, на ракетках грифончик. Ну ладно. Пал братуха смертью храбрых. Последний аркан у этого дебила, блядь, на Хаечи. Ну, дебил, потому что у меня Хаечи нету. Вот от того, что я дебил. Ну вы сами как себе представляете? Одни Хаечи будут, ребята, одни Хаечи будут. Как вы себе представляете вообще эту игру, блядь? Вот он бегает безнаказанно, раскидывает, блядь, падла ебучая. Взад-вперед, прыг-скок. У него, понимаете, один хаечи бегает, прыгает и насилует всех слабеньких роботов, блядь. А потом, когда все слабенькие роботы уже будут изнасилованы и игроки будут истощены, блядь, у его хаечи все-таки умрет. И вот он, видите, ребята, инвалид, блядь, никак не может сдохнуть. И вот этот хаечи, давай, убей его, блядь. У него, блядь, еще 5 роботов будет, сука, 4 робота будет еще, помимо хаечи, которого он съел. 4 робота потом появятся в бою, блядь, свеженьких, а мы уже все... Не свеженькие, мы уже трупики, нахуй. Это у нас кто там, блядь? Какая-то Хакан. Хакана Матана, блядь. Акуна Матата, помните, да? Все будет хорошо. Пина и Буль, как его там называли, блядь. Бамба и Тумба. О, сука, забыл. Очень мне нравится то, что палец прикипает к телефону, блядь. Я даже вчера обжег палец, и Ане пришлось мазать кремом. Против пожара. Ой, против загара. Ох, сука, настрех тебе дох, блядь. Получи, Лёха, 0.32 пизды от братушки. Ну тебя кто-нибудь забьет, мне домашка нужна. У-ху-ху!
Бля, мало бы домашки прошло. Может, Лёху всё-таки трахнуть? Лёха, может, тебя шпилевили, а? Шпилевили потихонечку. Лови, парнишка, блядь. Что? Нету больше кумихо? Будешь страдать, сука. Страдать будешь, блядь. Давай воскресай, я тебя чпокну. Где ты? Блядь, он не там, воскрес. Светоч, лудозарный. Ребята, посмотрел фильмак я вчера. В таком нормальном ТС-качестве. Ну так, нормально, короче, качество. Смотреть можно. Тор Рагнарёк. И что я вам хочу сказать? Это унылое, сука, говно, а не фильм. Я раз 15 просто реально, блядь, ты что, дебил, что ли? Я хотел уснуть, реально, раз 15, ребята. Фу, блядь, там еще тоже ебошит меня. Так, все затянуто, это просто звезда. Ну, блядь, что эфиры так долго сводятся? Сводливые эфиры, сука. Давай, бери маяк, я поближе тут воскресну. Блядь, ты дебил, ты не мог маяк взять. Ладно, хуй с тобой. Вперед, бомбить, блядь! О, Коржик, сейчас мы Коржика этого... Вот, вот видите, он на хаече практически один остался, потому что шпилевили его, блядь, всю команду, пока он на хаече тут прятался, сука. Ха-ха, так тебе и надо, блядь! А, да, ну его команда, в принципе, виновата, не парень виноват. Парень шел к успеху, как ребята говорят. Ну, блядь, я хоть кого-то убил. Еще одна крыса. Это, походу, маяки, блядь, захватывают. О, ВВ Путин! Привет, Путин! Путин, иди сюда, Путин. Что, блин, что у тебя попросить? Вот, ребята, встретили мы у Путина и пошли к Путину и не знаем, что попросить у Путина. Да, зайка, я видосик зашпиливаю. А что ты хочешь, рыба? Откуда? А где шкаф? Какой? В другой комнате. Сейчас, ребята, вы вместе со мной никуда не уходите. Так, где они лежат? Так, это который вот этот около телевизора шкаф? Так... Сначала я уберу отсюда шарики с дня рождения, потом я отодвину коляску детскую, в которую Соня не играет. Так, теперь открываю шкаф. В левом ничего нет, кроме твоей шубы, носков, муфты и вообще зимних вещей. Так, а справа что у тебя тут? Коробка какая-то, сумка. Сумки в коробке? В коробке или в пакете? А, в мешочках, водонепроницаемых. Скажи всем привет. Всем привет. Ну громче, ну громче. Ну куда побежала? Ну скажи, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну скажи. Всем привет. Ну, ребят, классно. Это видосик, блядь, действительно крутой, потому что голос жены оказался на этом. Ладно. Я обратно на свою кроватку, жене сапоги дал. Так, что у нас тут? Вау, почти миллион! Круто! Блядь, у него миллион. Это не круто. Где этот хаечи? 792 у него, видите? О, бля, я прям всех игроков просматриваю. Хаечи сталкер, блядь, ебла, да? Сука, блядь, он и его миссии выполняет, и домашку напуливает. Блядь, хитер. Хитрый жук. Стрелка нахин выперла. Так, по заданиям мы что-то выполнили. Держи победу, наконец-то, за 3 дня. Уничтожь роботов, она, это, в принципе, не проблема. Нанеси урон на среднем роботе и соверши освобождение вражеских маяков на легком роботе. Я это заменю. А, да, отлично. Так, 9000 голды. Мы с вами идем вперед. В бой. Так, паук там крутой. Что же взять? Так, у нас там синяя команда. Блядь, за нас хаечи, сука, сталкер ебучий. Как попал ко мне в команду? О, тут, короче, можно сразу ласты клеить. Пока нас тут никто не видел. А ну нахуй я с этим сталкером буду воевать, у которого... Видели там клан ГГ какой-то, блядь? Во-во, блядь, вот это вот утырок нахуй. Можете посмотреть на паузу, нажать, если мне не верите. Думаете, я слился? Да ну нахуй, я слился, а вместо меня там заменили, так что не надо пиздеть, блядь. Так, что у нас тут? Рина. Рандомные ребята боя, братуха в одно лицо будет тащить, нагибать, блядь, но это не получится, потому что тут уже бульгасары даже за мою команду, не то что против. Это звездец, ребята, сам такой за нас играет. На пинах и тулумбасах это будет охуенный бой, чувствую. Охуенный бой, парень, охуенный. Сам такой, блядь. Он как чувствовал, что попадет в команду к братухе, и братуха скажет: «Рак!» О, нихуя корсак прыгает! Что за блядство? Его кто-то швырнул! Нихуя он швырнулся сам. Давайте мы маленько прыгнем вперед. Так, что у нас там, корсак? Ага, блядь, не хватило. Блядь, 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 блядь. Да что ж ты такой неуловимый, сука. За маяками прыг-доскок. А, блядь, там целый Рина охуенный. А, уже не целый, его сожрали, блядь. Мне эта домашка нужна, миллионы, миллионы. Рина, блядь, крутой Рина. Ах ты, ёб твою, нихуя ты, Рина охуевший. Нихуя вас тут, блядь. Откуда вас тут столько взялось? Ёбаный в рот, нихуя меня слили. Битва за маяками, ребята, понял. А я думаю, что это я, сука, так... Никого не было, потом бах, и все появились. На! Бача! Больно! Я нихуя вообще слава не заметил даже. Это только так. Уважаемый абонент. Вы не абонент, блядь. А-а-а! Чуть-чуть маленько было. Зацепило, блядь, бульгасары. Давай с лайка сливаем просто вообще нахер. Нахер с лайка, нахер, нахер. Быстренько все крикнем, нахер!
Славика. Так, тут остается, короче, просто убивать нахуй все это говно. Полетели мои афички, полетели мои афиды. О, нихуя ты, блядь, падла! Ах ты, сука, а ты еще и прыгнул, блядь. Огонь! Не, нихуя не попало. О, нихуя попало, значит, видимо. Видимо, попало, раз парня сдули, нахуй. Столько у него нихуя, нас бы, блядь. Так, ну, самое, ребята, пиздатое, это когда просто маяки захватывать будем. Не, не маяки, а наоборот, уничтожать роботов будем. Вот так. Не надо прыгать. Ну что ж ты такой-то умный, блядь? Ты что, сука, вы все такие умные, нахуй? А ты знаешь, что у тебя больше нет прыжка? Блядь, у меня правая афида не прошла. Сука, половину только снес. Паук, вау, тут тоже афидчик какой-то. Не, нихуя, там правый маяк захватывают, как бы. Блядь, пулеметчик ебучий, затрахал уже. Да что ж так прыгать-то, ты прыгаешь? Что? Блядь! Маяк захватили правый. Где респануться? Ага, вот оно, где мы респанемся. Сразу вперед и в пекло, блядь. Еее! Блядь! Так, давай-давай, иди сюда, сука. Все, блядь, падла, ты сдохла. Отлично, дробаши-то только 5 секунд. Блядь, давай быстрее захватывай маяк. Давай, захватывай маяк! Не, не захватил. О, тот маяк захватили, отлично. Сдохни! Фуга, мы паука трахнули. Шпили-вили, блядь, вас! По маякам мы теперь выигрываем, но главное ненадолго, блядь. Давай, шкварик, таранчики. Вперед, братан, вперед! Нагибай, блядь, их, вот он налево, мочи его. Блядь, нихуя тут прыгуны. Война идет не на жизнь, а на смерть. Вох, 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 тебе дох, блядь. Фу! Я, братуха, я нагибатель. Не, уже так не получится. Кто там идет? Бля, да ты падла охуевшая там идешь. О, слился. Это у нас кто? А, в спину давай его. Шпили-вили, блядь. Ты куда прячешься, сука? Блядь, спрятался, смотрите. Сейчас реально за маяком пойдет. Ох ты, блядь. Ага! Вот так тебя нахуй соснул, парень. О-о-о, блядь, это надежник, что ли? Да, сейчас бачинку мне захуешь один разок. А этот, блядь, ой, я промахнулся. Блять, братухина форсажка. Я прикрыл спиной, прикиньте, блять, парню не дал забрать утырка. Да ещё. Блять, подпрыгивает, как, сука, неваляшка какая-то. Давай дальше, кто следующий? Следующий, кричит братуха. Следующий. О, да, как приятно эта месть. Вначале-то они тащили, а потом хуй в нос. Куда ты, блять, парень? Бежишь, сука, хотя скорость у тебя больше, наверное, чем у меня. Хуй в нос тебе, слава. Слава на Бульгасаре. Спрятаться решил. Бля, сейчас вниз будет падать. Не, не будет, будет сидеть до конца. Бля, падает, это отчаянник, а. Думал, слиняет. Раньше надо было линять. Это плохо, блять. Не, это хорошо. Давай воскресе кто-нибудь, я тебе прижарю туда. Ага, таранчиками. Раскалю тебе отчетчила. Все? Да, здорово. Победа! Фух, класс. Наверное, я выполнил задание на Магнум. 780 тысяч, 603 тысячи. Благодаря прему, 9 голды, 5 ключей. Это неплохо. Братуха в топочке, слава тебе, привет. Вы проиграли из-за того, что у вас не было одного утырка. Так, что-то я выполнил, ребят. Давайте посмотрим. Ага, я получил 4-й шаг, прошел. 5-й шаг, надо одержать победу в 7 боях. Ты что, дебил, сука, блядь, ты ебанутый? Ой, бля, пиздец. В среднем роботе в течение одного боя. Да, ну этого уже не выпал. Ого, уничтожь 40 роботов. Блять, лучше 15 голды потратить, совершить освобождение 13 маяков. Да, и 30 голды получить. Я в любом случае 30 роботов-то уничтожу. Так, в клан к нам просится 2 человека. Давайте успеем посмотреть, нет? Ага, у Усама Бен Ладен. Вообще никого нет. Ребята, в нашем клане 28 мест, и клана 26-176. Уже прокачка, ребята, серьезная должна быть. Вот, как, например, у этого Павла. Давайте посмотрим Павла. Вот такая вот, ребята, должна быть прокачка. 10, 11, 12. Тогда принимаем вас клан. А шкалоте, как говорится, побреем шкалоту. Давайте, ребята, еще идем в бой. Пить. Надо сейчас запомнить, что там слева у меня будет. Превосходство или, блядь, все-таки битва за маяками, это гонка. Потому что я как бы запутался в прошлом бою. Слил робота нечаянно. Грифона. Гонка за маяками, а, ребята, опять гонка за маяками. Сейчас, так, направо, налево, моя королева. Так. Давайте, блядь, рогатка, хуй с тобой. Давайте на центр. Так, на центр. Прыжок. Блядь, Зевс. Нет, дробаши. Наверное, дробаши были. Сейчас за меня не играет этот утырок, который имел сталкера. О, блядь, за нас играет говнорогатка. Говнорогатка, ребята, за нас играет. Пидор, пидор, пидор. Крыса.
Бля, да что ж я так получаю-то? Так, крысу мы зашпили. Почти что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Паук, мать его! Да умирать с музыкой. Бля, паук вышел, сука! Так, может, маяк Е захватим? О, давай-давай-давай-давай-давай-давай, захватывай маячок, захватывай! Маяк Е, ребята, блядь, не захватил. Да, захватывает маяк Е. Отлично. Так, Ланселот. А, пошли, блядь, им в спину. Давай, все, фура. Давай, падай, фура, дура. Фура-дура, аж ты, молодец. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. А я домашку-то я наношу, нет? У, блядь, нихуя, ты кто такой? Давай за тебя спрячемся, блядь. А, там уже не в кого стрелять, ебать. Отлично. Это не отлично, это плохо. Он что, на орках? А, да, точно, он на орках. А там еще трident, ребята. Фура на трident. Так, ну что, за маяками они идут, а мы берем плазменного грифона и прыгаем вперед в надежде допрыгнуть и трахнуть. А мы их окружили, посмотрите. Отлично. Блять, перекадыши тараны надо. Не, мне пизды вставляют, блядь. А, что делать? Так. Не, парень, извини, блядь. Тут занято. 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 Кричит братуха в туалете. Блядь, нихуя прыгуны какие. Кто-нибудь поможет бедному Сера с Ребусу, блядь? Что-то маяк сейчас заберут. Отлично. Парень прыгает ко мне. О, чайник. А тут все, короче, перепрыгались, перестрелялись. Там рогатка, к сожалению, прыгает, мне пизды ставят. Ну все, короче, арканчики у всех заняты. Ну, то есть перекадешиваются. Нихуя, блядь, тут Боу выскочил. Слава богу, Боу еще не такой совсем урод. Да, блядь, у нас последний робот, сука, я не там респанулся. Да, ну мы победили, ура! Круто, победа, как мы их. Да, это было здорово. Это было здорово. Ну и опять почти миллион, сука, это какой-то заговор, миллионов нет. Каких-то 80 тысяч не хватает, блядь. До миллиона опять 9 голды, 5 ключей, 1 маяк, 5 убитых. Бля, заебись, поиграли, мне нравится. И благодаря прему, опять же, 662 тысячи серебра, у меня уже 1 017 000. Да, 17 миллионов 800 тысяч. Здорово, сейчас мы еще с вами прокрутим рулетку. Ну, за один раз по 10 мне ничего не выпадет, это стопудово. Ничего не выпадет, ничего. Ну, смотрите, 15 выпало. Ну, это, опять же, бред, потому что всего 2 раза можно крутануть. Ничего не выпадет. Я даже, блядь, вообще. Эмбер выпал. 10 деталей. Эмбер 10 деталей выпал. А, жопа. И 5 деталей выпало. Не хватает. Купите. Да, влупите, ёпты. Ой, давайте хранилище посмотрим, что у братухи в хранилище находится. Я сам не знаю, тут хожу, покупаю. Детали Хаячи 4700, деталей Кумихо 4100, детали Скоржа 3800. Ну, вот это все по минимуму. Вот так, ребята, вот так. С вами был братуха, клан Русские Витязи. Ставьте лалки, дизлалки, подписывайтесь на канал. Ид клана 26176. Ждем прокачанных игроков, которые могут играть на связи в Дискорде. Так что давайте. Мы как бы, блин, какое там место мы заняли, не помню, сейчас посмотрим. Извините. А, это моя лига. Моя лига сколько там уже? 6200. А, ну я ж не играю, да. Так, у нас кто-то еще в клан, давайте быстро посмотрим. Вообще никого в клане нет. Что за баги, блядь? Никого нет. Много отклоненных. Вот, утилизаторы гробов. Мы были в том... Блядь, да что ж такое-то? В том месте... А, да. На той неделе были 64-е место занимали. Так что давайте, ребята, вступайте. Ну все, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. С вами были Братуха и Игровой Роботс. Пока-пока.